have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и это Лара. Там жарится курочка, а мы с вами идем дальше на приключения. Курочку мы кушать, к сожалению, не будем, хотя я бы перекусил. Итак, тут у нас был лес придурков, которых мы перебили. Там есть еще один. Ой, давайте его тоже убьем. Как раз деталей не хватает. Ты тут не вылезешь, ну конечно. Давайте я даже, наверное... А что это тогда такое? А, это можно обвалить. Я думал, этот фонарик... А, этот фонарик повис. Понятно. С глушечком, с глушечком. Хорошо. Это лутануть нельзя? Нельзя. Грибы собирают. До чего докатился? А? Ладно, пойдем лутанем, что там наверху. Фонарик завис, очень круто. Я понял. Хотел сказать, а что я здесь делаю, но я понял, что я здесь делаю. Полезли. А так можно было? Неплохо. Блин, и все равно деталей не хватит. Ну ладно. А дальше нельзя никуда? А там что-то есть, смотрите. Да-да-да. А там что-то... Есть. Ха-ха-ха. Тайничок. Отцепись. То есть тут везде луки разбросаны, ну, в смысле, стрелы, луки. Стрелы везде разбросаны. Был намек на то, что я типа, буду стелсить, но... Ну, я хотел постелсить по-человечески. Ну, ладно, по-хитмановски, с пистолетом, но так не вышло. Пришлось тупо всех завалить. Вы меня не поняли, ребят. Я бы в любом случае всех бы завалил. Это мой стиль прохождения. Но пришлось всех убивать громко. 308 деталей. Новая модификация оружия. Как удачно. Storm. Штормовые стражи нас ждут великие дела. Вражеский флот, стоящий сегодня на подходах к нашим берегам, станет последней попыткой вторжения на Яматай. Божественная ярость императрицы солнца вызовет бурю, а мы оседлаем ветра, как верных скакунов, и уничтожим неприятеля. Грядущая победа — это только начало. На восходе нового дня свет нашей императрицы пересечет океан, озарит всю землю. К яматайцам он будет милостив, а наших врагов безжалостно сожжет. Полководец-завоеватель. Речь, произнесенная полководцем перед началом великой битвы, Яматай завоевала все больше земель, но потом что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Такая фраза, которая очень сильно подходит. Ну, пока лагерь здесь, вот же он. Давайте посмотрим, что за модификации. И зачем, и где. Значит, тут у нас... Кстати, что у нас оставалось на... А, ну на пистолет у нас вот же оставалась удобная рукоять, да. Давайте. Автоспуск, стрельба снова в режиме очередями. А, нет, не-не-не-не, стоп. Это очереди мне не надо было. А приемник... Магазин легче вставляется в оружие, уменьшая время перезарядки. Вот, это мне тоже надо. Давайте. Вот это. Сделаем. И надо будет еще приемник магазина. Значит, ну он тоже недорогой. 325 этих деталек. Все, пока что. Ну вот, помотались по локации, нашли еще деталик. Нам туда, понятно. Сейчас я еще только вот эту коробочку гляну. Это шотган. Не-не-не, тебе показалось.
Мне кажется, это в какую-то гробницу, не? В кого вы стреляете? В меня, они меня видят. А, тут можно что-то найти. Ну вот, пистолет стал прям темой. Вот. Да, черт, я думал, я тебя убил, я тебе просто стрелу воткнул, да? Да, ну это отвратительно, что за фигня с волками-то творится? Ты где? Нафиг тебя. А. Так, пистолет. 53 патрона заряжен, хорошо. 26 деталей, красиво. Ну, с вот этим вот пистолетом, как он сейчас себя ведет, я себя прямо этим Джоном Уиком чувствую, который подходил вплотную. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, это просто сохраняшка, и ни на что не хватит. Пойдем, пойдем. А, сюда. А туда не могу запрыгнуть, ладно, пофиг, не надо, не хочу. А что здесь? А, нет, этим ты не откроешь. Вот этим надо. Дергай. Вырывает двери целиком с корнем. Все в порядке. Запчасти, запчасти. Ну, запчасти я не жалуюсь. Запчасти это хорошо. После загрузки пистолет всегда появляется без глушителя. Запоминаем это. Все. Надеюсь, что... Ну, это неудобно, конечно. Но просто почему бы не оставить все как есть. Ну, ладно. Клуб грибочков открыт. Вырываем дверь. Не, возможно, они, конечно, из такого трухлявого дерева, эти двери, но все равно выглядят... Я бы поверил, что Кратос так открывает двери, как он открывает сундуки. Вы помните, как он открывает? Он же не, ну, как бы, вот новая игра, относительно, последняя. Крайняя игра про Кратоса. Как он там открывает сундуки, он же их не открывает. Он просто берет, тупо проламывает кулаком и все, типа. Ничего не знаю. Извините, ребят, но в играх лучше сделать так. Я очень люблю животных, но в данном случае... Это не животные, это NPC. Ну, во-первых, за это дают экспу. Начнем с этого. Во-вторых, ну, я уверен, что если они здесь есть, и они активные персонажи, ну, не текстурка, то их потом на меня кто-то выпустит, поэтому я буду поосторожней. А, понял. Минуточку, а тут можно залезть? Да, не обязательно лестницей пользоваться. Вообще хорошо. Все, понял. Тушей оленя надо было это все повернуть. Продолжаем стелсить. О, очко опыта приехало. Чтобы поджечь. Давно мы ничего не поджигали. Ну вот и 200 деталек-то накопилось. Там нужно было 300 или...
Оно так вот не поджигается. Нужно... Ладно, я понял. Там вроде 325 деталей надо было. Ну, вот еще 100 штучек, и мы в шоколаде. Тайник. Милочка, у меня так ачивки поперли. Я что-то не помню, чтобы ачивки так сильно открывались. Вот до этого, сколько я играю. Вот сколько за две серии? Это какая? Третья, четвертая ачивка? Что-то происходить стало? Или я лучше стал играть? Или Steam? Что, в чем прикол? Залезь, залезь. Итак, ну, нам, видимо, сюда. Да иди уже, не застревай. Я что-то даже не предполагал, что здесь мне выдадут глушитель, но с ним как-то стало повеселее, мне кажется. О, летучая мышь. Летучая мышь. Могу сюда, могу сюда. Ну, раз они летели отсюда, значит, здесь может что-то быть. Хм. Странно. Ну, там можно было бы, наверное, прыгнуть в этот водопад, что-то, может, там и было бы, но я не хочу. Мне здесь нормально. Утро, светлые локации, серьезно? Здравствуйте. А это случайно не... не то место, которое... Интересно, здесь реально, чтобы локации повторялись? Ну, то есть мы можем куда-то вернуться? You there, Lara? Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Could sure use your help down here. То есть... See what you can do. I'm on my way. Watch yourself out there. Вы мне хотите сказать, что там 4 человека... которые просят помощи у Лары. 4 человека, которые не могут справиться с тем, с чем может прийти и просто справиться Лара, да? Бочечка. Здравствуйте. Вот тут тоже какие-то лифты. Или даже лифты. У меня такое ощущение, что мне туда спрыгнуть. Ну, тут везде можно ходить. Или стойте, но это же та же каменоломня, по которой я добирался, нет? А где... разрушенный мост. А вон и разрушенный... Это вот это же место, да? Да, окей. Значит, по идее, мне туда уже и не надо. Ну, вот эту я, наверное, вряд ли запрыгну. Хотя нет. На вот эту-то я как раз и запрыгну. Тут есть палка, к которой можно будет потом что-то привязать, поэтому... Давайте лук возьмем. Канатная дорога. Да, эти палки даже подсвечиваются. Лара, are you there? Alex said that you're on your way down. I should be there soon. I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Нет. Yes, Sam. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Lara, I don't know about this. Just trust me. It's the only way. All right. You be careful. Экспа, экспа, экспа. Экспа. Вот это атмосферное местечко мне тут нравится. Прям жутенько. Damn it, no! А я уже на секундочку подумал, что это не обязательная локация.
Думаю, вон же спуск. И что, мне на ходу туда спускаться, что ли? Не, нормально. Меня здесь выпустят. Потрошки дали. Зачем мне здесь потрошки дали? Ну, поэтому же можно забраться. Давай вниз. Это тоже красивый видочек. Нет, я говорю, ребят, красивые кадры здесь есть. Их много. Вот с этим я спорить не буду. То есть операторская работа здесь... Ну, насколько это можно сказать, операторская работа. Это же не фильм все-таки. Вот, но... Конечно, она здесь. Да запрячься ты! Как ты после этого живешь? Грены тебе досталось, из автомата тебе досталось? Нет, блин! Сколько у меня 30 патронов? О! Блин, не... Там столько лута осталось! Ты что делаешь? Мне это все подобрать надо! Игра. Игра, ты просто говна кусок. Как можно было... Мне нужно было их, походу, собирать. Блин, там труп... Да вверх залезть! Ты овца! Вот! Управление ужасно неотзывчивое. Просто приходится... по много-много раз закликивать, чтобы хоть что-то сработало. Зато искупалась. Это уже давно грязная. Куда там надо было-то? Черт! Мне сейчас не обидно то, что я продал. Мне обидно то, что там было просто куча чертовых трупаков, которые... Куда? Вот, ну убивай с 2-3 патронов. Нет, там надо идти дальше, это понятно. Куда дальше? Вот в чем вопрос. А, там скрипт не сработал. Спасибо. Нерабочие скрипты как раз то, что нам сейчас всем нужно. Ну, к такой механике нас уже готовили.
Да ёпарас, только во время замедления можно, серьезно? А, я думал, я далеко еще. Не-не-не, не сначала. Сначала, спасибо. Короче, только во время... Игра специально замедляется, тебе не надо подгадывать минуту. Игра сама замедляется, когда тебе нужно это все сделать. А что сейчас было? Я же успел выстрелить. Что меня сейчас ударило-то? Сколько лута просрано. И на автомате не осталось ни патронов, ни гренок, и... Вот это меня сейчас огорчило. Там. Лезь! Блин, я аж просто сейчас это... Жлоб внутри меня сейчас просто умер где-то от приступа. Так. Made it. Now, лагерь. Where are they? Да, 15 деталек. Там, блин, 400 деталей валялось, я практически уверен. Твари вы такие. Ладно, хорошо, проехали. Вон костерочек, где можно будет посидеть. Так, а тут чего? А тут тоже детальки. Ну, буду тут сейчас шариться, собирать, разбирать. Посмотрим сейчас на все это. Надо же как-то оружку свою улучшать. Оружка бесполезная. Вон туда как-то можно. Как? Почему? А, понял. И к чему мне этот буёк? Не знаю. Туда слишком далеко. Ладно, будем посмотреть. Туда вон можно зайти. Да. Экспу получить, например. А, можно еще и дальше. Давай. Это могила. Один шляпу, дайте мне эту шляпу. А, испытание, разорение. Спрыгни. Дольмены найдены. Ну, я себя поздравляю с этим. Слезь, я не сюда прыгнуть. А-а-а! Хватит цепляться за всякое. Так. Ну, все-таки интересно. Шифта здесь нету. Нету бега быстрого. Вон, туда можно, да? Нет, туда... Стойте, а как тогда? Я ж тут не допрыгну. Нет, не допрыгну. Ладно, забейте. Я все равно не открою всех секретов этой игры, поэтому просто нафиг. Что-то открыл, что-то нашел, уже неплохо. Там кого-то кто-то пытается Жигуль завести. Это, наверное, вот с лодкой они мучаются. Да, наверное. Так, костерочек. Это сжечь можно. Да, нет, два. Нет, один. 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 Нет, это нельзя сжечь. Свинки где-то какие-то. Вот это можно забрать. 30. О, детали для винтовки собрано. Отлично. Я тоже заберу, если что. А это куда нас приведет?
Лук возьми, спасибо. Ну, то есть, вот же столбик, да? Да, вот столбик. Вон птичка, которую я трогать не буду. К чему этот столбик привязывать-то? Туда можно попасть. Кстати, а пойдемте. Или я... Ну, я тут не запрыгну. Краба можно убить. А. Тайная гробница рядом. Где? Ну, по крайней мере, детальки рядом. Хорошо. 313, блин, чуть-чуть не хватает. Да-да-да. Спасибо. Ага. Вот так можно. Damn, can't do that yet. Требуется новое снаряжение. Стоп, ребят, значит мы... Я, возможно, сейчас зря суечусь, но мы сюда... Возможно, вернемся. Тут, кстати, какой-то вон... Линкор... Не линкор. Слушай, хорош, чувак, стартер терзать. Стартер сломаешь, вообще никуда не уедешь. Как будто как дурачки. Не знают каких-то основных базовых вещей. Про механику пытаются там чем-то чинить. Итак, Рот, знаю, ты считаешь, что слишком резка с Ларой, но у меня есть на то причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Кстати, почему? Лара должна чувствовать свою ответственность, которую она вообще не ощущает. Не говоря, что это было твое решение... А, не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она тебе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Эндюранс в треугольник дракона? Скажи, что тебя сподвигло? Ребят, режиссер и сценарий на это сподвигли. Сценарий, да, есть такая штука, за счет которой делаются все вот эти вот невнятные действия. Когда ты не можешь что-то объяснить, но это происходит по сценарию, потому что так надо было, люди такое не делают обычно. Да, признаю, это очень, она очень умна, допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех, но грандиозные планы — это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь, какие предприятия никогда не идут по плану. Предприятия... Ладно. Лара неопытна, и если дерьмо попадает на вентилятор, она забрызгивает всех без исключения. Так что пока мы, живые из горой добычи в трюме, не ляжем на обратный курс, я не дам спуска этой девчонке. Кто это, кстати? Рейс... Рейс во всем права, это из-за меня пострадали люди, но я сделала все, чтобы вернуть их домой. Что ты сделаешь? За тебя уже куча людей сдохли. То есть, ну блин, ты бесполезный кусок Лары. Сделает она, блин, все. То есть, получается, кроме того, что она вот настолько бесполезная, они еще и из-за нее сюда попали. Так, думаю. Ага. Я что-то здесь чувствую, что-то такое из дальнего детства, когда у моего отца случился припадок бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь владевает это желание. Зеленые водоросли, клокочущие в островах... колышущиеся в островах кораблей — это волосы русалки, а соленые брызги волн, бьющиеся о скалы, ее слезы. Лара права. Этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь, и там среди волн встречусь с моим братом.
Это команда Endurance 3-7 найдена. Думаю, он первым... Джон. Ну, вот это, короче, Самуа. Первым понял, что остров проклят. Клянусь, найду способ вытащить всех нас. Уже всех не вытащишь. Всех. Пока что только спасая тебя, люди гибнут. Привет. Не нападай, я тебя не трону. Итак. А, навык есть. Суперским. Давайте мы его распределим. Картография. Уровень 3 мастер у меня нету. Свежевание туш, опять же, я качать не буду, потому что я животных не трогаю, спасибо. Ну, насколько это возможно, я имею в виду, вам волки были для меня угрозой, мне пришлось их устранить. Пока что мне это не надо. Так, давайте, наверное, тогда вот это, или атаку склонения после уворот атаки, воткните стрелу противнику. Камни, грязь, ну давайте какашками кидаться, короче, все. Я не думаю, что я буду использовать. Вот, новый уровень навыка выживания. То есть мне все равно нужно было что-то прокачать, чтобы... Поздравляю, получили новый уровень навыка. Теперь Лара может строить самый мощный прием выживания. То есть мне нужно было хоть что-то качнуть. Да-да-да. Теперь у нас есть... Блин, теперь нужно все равно... Надо было сюда, потому что оно связано цепочкой. Ладно, вот это я сейчас реально протупил. Да, такое бывает. 313 деталек. Могу ли я что-то на эту... Дульный тормоз 350. Дробобик. Рукоятка 300. Давайте. На что хватит, на то и качнем. Ну, то есть, у нас все равно осталось сюда 300, сюда 350, там еще 330, если я не ошибаюсь. 325, окей. Вот, в общем... Нормально. А если бы я собрал тогда всех чуваков с платформы, мне были бы... Ладно, шучу. Не шучу, конечно, но мне обидно, но ладно. Там... Там что-то есть. Ну, пойдемте. Хорош цеп... Вы видели сейчас этот паркур в воздухе, да? А что вы мне предлагаете? Зачем я это делаю? Непонятненько. Пока что очень неясно и... А, тут ты прыгнуть не можешь. Понятно. Ну, тут очень пока что много чего такого неясного, непонятного. Я пока еще с этим не разобрался. Посмотрим, как это все будет. Ладно, по крайней мере, у меня остался пистолет, и это уже радует. Залезь. А зачем? Ну, то есть, вот я здесь, и что дальше? Это же должно быть для чего-то. Пока не вижу. Посмотрим. Вот тут некоторые... О, кстати, это... Это от самолета. Движок. Ладно, где там эти придурочки, которые Жигуля заводили? Пойдемте поговорим с ними. Ага, вот они. Сэм, я здесь. Лара. Удивительно, как она столько времени, проводя в водопадах, реках и всякое такое, остается такой грязной. This has got to be our best chance, right? We've got to try. Надо, I'm glad you decided to join us, Lara.
What can I do to help? Help Jonah. А, то есть мы сейчас вообще, в принципе, отсюда уедем и не вернемся. Все это останется неисследованным. Да и пофиг. Ниночку, ребят, вы прикиньте силу вот этого Самуа и силу Лары. Нафига она там, в принципе, если он это не может поднять? А, нет, все-таки мы туда полезем, хорошо. Что от меня хотят? I'll dismantle the setup and get the engine ready for the block attack. Anything I can do? Just stay out of the way. Просто не суйся, лучше что ты можешь сделать. Yeah, they'll work. Hopefully we won't need to use them. Sam, be careful there. Hey, Lara's not the only one who... Shit! Watch it, Sam! Sorry. I'm sorry. Hey, it's all right. Just take it easy. And don't touch anything. И ничего не трогай. Ну хорошо. Я что-то думал, что здесь будет какая-то фишка с едой и всякое такое. Вначале, когда нам сказали, что застрели оленя, выследи, найди, поохоться, добудь. А здесь ничего нету. Здесь, ну, как бы уничтожение животных чисто из-за уничтожения животных. То есть... Просто вот, смотрите, Лара такая жестокая. Ты залезать сюда будешь или нет, овца? Подходишь. Ой, это просто... Ладно. Нажмите Space, сказано. Нажимаю Space. Вот. Вот мы сейчас прыгнули через... Сейчас, если... А, не, уже не покажу. Ну ладно. Sounds like they got guns. I don't know. Let me think. Radio's been dead for hours. We're cut off, brother. What the hell are we gonna do? God damn it! Shut up for a second! Let me think! Something's going on. What the hell? Взяли, просто так убили сейчас двоих людей. Причем, судя по разговорам, они были не враждебны. Они были напуганы. Но игра мне их отмечает красным. Пойди убей. Типа, ты с ними не договоришься. А-а-а. Кстати, да нет, тут ничего нету. Наверное. Ага, вы хотите, чтобы сюда. Давайте сюда, чтобы туда, чтобы сюда. Опа. Чуть не помыли нас. Так. Так. There it is. Что? А зачем мне сюда? Стесняюсь спросить. Якорь? Минуточку, что мне надо-то? Особое место, новинка. Ну, как бы круто. И чё? Не-не-не, ну отсюда я пришел. Не, мне явно не сюда. Бздынька.
Черт, что за хрень? Минуточку, кто это сказал? Так. Это было не очевидно. Это было, ребятушки. Да вверх ты прыгни! Не очевидно. То есть обычно просто логика в этой игре не работает. Если бы что-то где-то можно просто отстрелить, прострелить, there то этого is. Нельзя сделать. Но здесь, пожалуйста. То есть, такое одностороннее. Вот как... Ну, высунься, высунься. Пики. Опять, блин, не знаю, меня сейчас такие задаривают ачивками. Я опять же говорю, а где все это время игра была до этого? То есть, ну... Ладно. Вообще, если я ничего не путаю, пики это переборчивый такой, а не тот, кто все подбирает. Ну, это такое уже, ладно. Здесь мы прыгнуть не можем. Давай, цепляйся. А знаете что, ребятушки, я вот что подумал тут. Так, туда я не допрыгну, пофиг. В общем... Выглядит так, как будто можно... Нет, нельзя. Тут нет шифта. Узбагойся. Давайте, ребят, короче, добыли мы нужную детальку. Где у нас тут костерчик? Давайте сохраним. А, мы не сохранимся. Ну, как бы нас сохранит игра, но... Я думал, просто сейчас сейвануться. Ну ладно, давайте посмотрим. Алекс should have been back by now. Ну, понятно, почему. Если женщины такие сильные и независимые, почему вы отправили туда Алекса, а не вон Сэм или азиатку, или еще что-нибудь? Feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only hoping... Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Белоснежную улыбку. А вот это не расизм, по-вашему? If we fight amongst ourselves, then we lose. Ладно. You're right. Which is why this is not happening, okay? Перевод, кстати, отвратительный. Так, на секундочку. The engine room. Look, he can take care of himself, Laura. Good. Then we'll be back soon. В
Вот эта черная чувиха мне вот совсем не нравится. Очень не нравится. Лора, ну, ладно. Она слишком хамоватая, слишком нахальная. Here, take this bow. О, лучище. I've been saving it for you ever since I found it. It's powerful. Can shoot an arrow into almost anything. Thank you, Jonah. Новый чесночок нам дали, хорошо. Композитный. Круто. Выполнено. Навык мы, кстати, получили, да, и... Удар сбоку... Неотразимый удар сбоку. В случае удачной контратаки вы можете мгновенно убить почти любого противника. А стоит... Минуточку, если мне это открылось, стоит ли мне качать? Да, у меня тут открылись новые навыки. Лук. За использование стрел как оружие ближнего боя дается награда, модифицируется перекрестие прицела, пистолет. За добивание врага на ближней дистанции даются награды, модифицируется перекрестие прицела. Зачем мне это? Пока что не понял, спасибо. Посмотрим. Картография. На вашу карту будет нанесено расположение всех гробниц и важных мест. Ну, не знаю. Не знаю. Сбор костей, картография. Давайте я, наверное, вот в эту линейку начну сейчас качать. А вдруг мне это когда-то понадобится. Нажмите Shift, чтобы уклониться, а потом, чтобы вонзить врагу стрелу. Для ближнего боя. Как бы пока что это было абсолютно бесполезно, потому что никого близко пытаюсь не подпускать. Но, возможно, просто в будущем будут какие-то новые... враги, с которыми нужно будет как-то по-другому справляться. Поэтому я не буду прямо сейчас этим плеваться. Пусть будет. Я качнусь с эту линейку, пусть будет. Да. Запчасти. Ну, мне сейчас покажет просто новый лук, скорее всего, да? О-о-о. Итак, что у нас добавилось? У нас добавилось напалмовые. Огненные стрелы при попадании поджигают больший участок цели. Окей. И у нас витая тетива увеличивает урон от выстрелов. Вот это нам надо. Точно. И до него не так много осталось качаться. И, наверное, ну, короче, всю линейку лука надо будет докачать полностью. Она не такая дорогая. Да. Хорошо, ребята. Давайте тогда пока на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Пойдем дальше куролесить. Вот. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.